Со 2 по 13 февраля в Семее проходит ярмарка белорусской и российской обуви. Широкий ассортимент и разнообразие размеров практичной и качественной обуви радуют своих покупателей. Для ценителей удобной, практичной и качественной обуви здесь предоставлен богатый ассортимент. Сапоги и ботинки разных подъемов, расцветок, высоты, с каблуком и без. Теплую кожаную обувь можно найти на любой вкус. Ярмарка белорусской и российской обуви ранее проходила в нескольких городах Казахстана, в том числе Кокшетау, Павлодар, Караганда, Алматы и в Усть-Каменогорске. В Семее она проходит уже во второй раз. Как отмечают сами организаторы, покупатели давно оценили качество товаров и оставили много хороших отзывов. Мы пришли на ярмарку белорусской и российской обуви. Видим, что обувь хорошая. Есть зимняя и осенняя обувь. Цены доступны. Жители города, можете приходить. Все из кожи. Нам понравилось. Обувь производства России и Беларуси на рынке славится высоким качеством и износостойкостью. Натуральный и морозостойкий материал гарантирует свое качество. Для большинства покупателей очень важен и тот факт, что обувь недорогая. Цены от производителей. Обувь можно подобрать, учитывая и анатомические особенности ног, с ортопедической основой и противоскользящей подошвой. При необходимости, если нога проблемная, например, косточки, или нужна обувь на более высокой плотной подошве, каждый может найти здесь для себя наиболее удобный и подходящий вариант. Организаторы отмечают, что высокое качество и совершенное удобство прослужат долго. Ярмарка белорусской обуви. Люди к нам идут за качество и доступных цен. Как правило, все болезни от ног, поэтому нужно покупать качественную обувь. На проблемные ноги, на высокий подъем, на широкое голенище и на выступающую косточку. Также обувь имеет противоскользящую подошву, гелевую вставку и ортопедическую основу. Носить эту обувь – одно удовольствие. Цены доступны абсолютно для каждого. Женская от 8 тысяч и выше, мужская от 14500. Мы находимся по адресу Мангелик, Ел-2, кинотеатр «Дастан», Синева. Ярмарка белорусской и российской обуви в Семее проходит со 2 по 13 февраля по улице Мангелик, Ел-2 в кинотеатре «Дастан Синема». Организаторы приглашают жителей города совершить выгодные покупки по демократичным ценам. Ярмарка работает с 10 утра до 7 вечера без выходных. Айнур Касым, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».